Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки проявляется незначительное повышение новых случаев, зарегистрировано 990 новых случаев. В городе Якутске 57, в Алдане 7, в Нерюнгринском 5, в Вилюйском, Чурапчинском по 3, в Амгинском, Верхневилюйском, Мирнинском, Аймихонском, Хангаласском по 2, в Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском и Усть-Алданском по 1. Необходимо обратить внимание, что большинство случаев случаями являются завозными на территории, в которых достаточно четко и хорошо отслеживалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в целом. Особое внимание хотела бы обратить сегодня на осложнение ситуации в Аймигонском, Верхоянском и сегодня новую ситуацию, возникшую в Анабарском улусе. На настоящий момент происходит, соответственно, соответствующие педрасследования проводятся, медицинские работники оказывают помощь как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, соответствующие лекарства, оборудование есть для того, чтобы непосредственно осуществлять медицинскую помощь. За сутки в республике проведено 2623 исследования на новую коронавирусную инфекцию. В целом с момента пандемии обработано порядка 1 180 736 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, к сожалению, мы продолжаем фиксировать летальные случаи. Прежде всего, это случаи, которые связаны с тяжелыми случаями, но летальные случаи у нас начинают возникать не только среди лиц старшего поколения, но и среди лиц более молодого возраста. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что необходимо пройти вакцинацию для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции и соблюдать те нормы, которые определены указом главы Республики Саха-Якутия. На 30 июня 2021 года в республику уже поступило 220 717 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня в республике две вакцины – «Спутник» и «Эпивак Корона». «Эпивак Корона» чуть позже поступит в наши медицинские учреждения для того, чтобы мы могли осуществить соответствующую вакцинацию граждан. Получили первую вакцину 206 831 человек. Сегодня у нас использовано 93% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в республике сегодня есть ряд районов, в которых вакцины уже нет. В связи с этим мы предлагаем гражданам непосредственно осуществить запись в медицинских учреждениях, и в ближайшее время, соответственно, вакцина туда поступит. Сегодня в 15:00 вылетает вакцина в Верхневилюйск, а выезжает вакцина в Алдан. Часть вакцины непосредственно передается у нас в ближайшее время в Нерюнгринский район. Также поступление вакцины завтра будет осуществлено в Булунский улус. Таким образом, непосредственно оперативным штабом, так как мы находимся в режиме повышенной готовности, принимаются практически решения, которые один раз в полдня корректируются с точки зрения, прежде всего, направления вакцины и определения логистики ее поступления. Необходимо обратить внимание, что те районы, в которых большое количество вакцины достаточно длительное время не используется, соответственно, будет осуществляться их передача в соседние улусы, там, где есть такая потребность. Обращаю ваше внимание на то, что вакцинация является единственным способом непосредственно защиты от новой коронавирусной инфекции. Учреждения здравоохранения ждут вас в наших поликлинических пунктах для вакцинации.